Но я хочу предупредить, вы еще даже не начинали дохнуть, потому что, когда вы придете в Киев, вас будут ебашить абсолютно все. У каждого украинца есть оружие, коктейли Молотова. У нас сейчас все аэропорта напакованы джавелинами и стингерами для того, чтобы давать вам пизды за бомбардировку жилых кварталов, за то, что вы расстреливали наших женщин и детей. Вам пиздец. Ваш хваленый кадыровский генерал, которого даже вы сами ссытесь, считаете его, блядь, элитой, вчера сдох в Гостомеле вместе со всеми своими кадыровскими псами. Поэтому, пацаны, сдавайтесь в плен, мы вас накормим, напоим, никто вас не будет обижать. В отличие от вас, мы не стреляем в безоружных. Мы очень добродушный народ, мы очень дружелюбны. У нас есть теплый чай, одежда, электричество работает, горячая вода. И вы уедете домой к мамам, к близким. Иначе в Украине вы все погибнете ни за что. Слава Украине! Героям слава!